Всем привет! С вами компания Электромотор, и сегодняшний видеоролик посвящается аккумуляторам BB Battery FTB-112. Представленную модель широко используют для резервного питания в различных серверах. Вы можете увидеть, как она выглядит. Аккумулятор изготовлен по технологии AGM. Он не требует долива дистиллированной воды. Сейчас мы сблизи рассмотрим, как же он выглядит. Аккумулятор вот так вот выглядит. Он плоский, длинный. Клеммы находятся внутри. Они защищены такой вот коробочкой. В комплект поставки входят гайки. Здесь указано, где плюсовая, где минусовая клемма. Также он оснащен удобными ручками для переноса. Аккумулятор имеет достаточно большой вес. Его тяжело поднять. Здесь выбиты технические характеристики аккумулятора, его маркировка. Емкость составляет 100 ампер-часов, напряжение 12 вольт. Обычно представленная модель вставляют в ниши. Корпус изготовлен из высококачественного пластика. Не идет утечка электролита. Также аккумуляторы не выделяют вредных паров, они считаются экологически чистыми. По вопросам покупки аккумуляторной батареи BB Battery FTB-112 обращайтесь в компанию Электромотор. Наши менеджеры с удовольствием помогут подобрать аккумулятор для вас. Звоните по номеру телефона 044-530-38.